съемочная группа ГТРК «Калуга». Ну, в принципе, как бы она прячется, у нее в берлоге. У нас это контейнер, он термобудка. Вот, и нам рекомендовали снять всю оцинковку и весь пенопласт. Но я так подумал, что-то думаю, не стоит этого делать. И поэтому у меня вот, где вот ее шибер вырезан, там снято. А остальное все, и там, куда заходишь, там гораздо прохладнее. Пойдемте в берлогу. Веронич! Вероник, давай в берлоге ей рыбу дай. В берлоге? Ну да, ребята подснимут. Маша. Она хочет там рыбачить. Я в берлоге ей кашу дам. На рыбу она предпочитает охотиться. Вон, знаешь, бежит довольно. А в берлоге я ее кашу дам. Ой, это вот осталось. Именно это. Трофей. Там много у мамы как бы брюхо вылинило, чтобы ребенок. Вот там много лежит, но прямо в самой там, клетушке, где они спят. И не достанешь. Можно нарваться на такое же от папы. А я сейчас уже сделал им каркас вольера специального. И вот буду его сегодня обшивать изнутри металлом, чтобы они уже были железобетонно уверены, что здесь они точно не прокопают. Тут теплицу они разнесли вдребезги пополам. Да, у нас рутина. Мы уже друг на друга смотрим. Мы когда молоко покупали последний раз? А я не помню. У нас все дни они сливаются вот в, ну, фактически одинаковый круг. Так, ну что, пойдемте? Колючки? Или по годам? Ему плевать на вашу гнезду. Попытки снять. Сейчас вот слетков принесут. Ну как слетков? Там гнездо. В общем, мать погибла, то ли кошки, то ли хищная птица. Остались птенцы в гнезде. Какие? По-моему, трясогузки. Сейчас, если подсадим. Если подсадим к Юриным этим в дупло, они дуплогнездники. Я закрыл уже, да, вот это? Да там не видно никого, да, видно куча иголок. Где кто не отлетел. Ой. Мася ныкается. Кто такой? Мармалеч. Ты мой мальчик. Ты мой красавец. Ты мой мальчик. Такой мой мальчик. Ты мой мальчик, мой ребенок.
Вот такой ребенок, такой мой детенок. Мой детенок. Кто ты, мой детенок? А я Мася, не бойся, Мася. Так, а если после обеда? А, послезавтра. Так, ладно, друзья. Спасибо огромное, что смотрите. Спасибо, что помогаете. Сейчас поедем кормить дома. Еще никого дома не кормили. У нас тут... Ой, сюда подошли бы. Движуха.